Краснодарский край получил более 2,5 миллиардов рублей на компенсацию выпадающих доходов бюджета из-за пандемии. Распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Средства направят на выполнение ранее утвержденных расходов, отметил глава региона. Кубань получила уже третий транш дотаций. Такая поддержка со стороны федерации сегодня крайне важна. В этот сложный год, когда из-за пандемии ряд предприятий были вынуждены приостановить работу и в целом темпы экономики замедлились, мы предполагали, что выпадающие доходы бюджета превысят 30 миллиардов рублей. Однако, благодаря своевременно принятым федеральным и региональным мерам поддержки, падение оказалось не столь существенным. И сегодня мы прогнозируем сокращение собственных доходов на 15 миллиардов рублей. Кубань не в первый раз получает поддержку правительства. До этого региону было выделено более 11,5 миллиардов рублей на возмещение снизившихся налоговых и неналоговых доходов, что позволило своевременно выполнить госпрограммы в крае, а также направить деньги на развитие системы здравоохранения и меры социальной поддержки жителей региона.